Всем привет! Давно не выкладывал никаких видео. Просто хочу поделиться, что сейчас вот делаю такой вот Kawasaki ER6. Немножко после удара. Тут я уже поставил радиатор, новый коллектор. Вот, расширительный я поменяю. Ножку заварили. Сейчас там чуть-чуть подшпаклевать надо, потом покрашу. Вот, пробег у него 11 тысяч, год 13. Скоро придут, ну, скоро будут заказывать оригинальные все запчасти. Вот, так что подписывайтесь на канал, следите за тем, как мы его чиним.